Всем огромный привет! В ноябре я уже показывала свои покупки, но так получилось, что к концу месяца еще кое-что насобиралось, и хочу тоже ими с вами поделиться. Покупки будут как косметические, так и не очень, но я думаю, будет интересно. Сразу хочу сказать, что в основном я была в Магнит Косметик, попала я два раза на скидки по 15% и кое-что купила. Сначала такой, знаете, расходный материал, духи для туалета, Альпика. Вообще, он эти вот баллончики как бы и так, Магнит Косметик 33 рубля, но со скидкой получилось 28. И если вы пользуетесь такими вот недорогими средствами, как освежители воздуха, то, мне кажется, замечательная цена в 28 рублей. Взяла два, свой любимый ландыш, я говорила, что я его люблю, и на себя, и вокруг себя, и чтобы и освежители все ландышем пахли. И второй морской бриз. Следующее, я тоже, вот когда первый раз пошла, увидела, что большая скидка 35% на краску, так обрадовалась. Схватила свою любимую кастинг крем глосс от L'Oréal, и уже на кассе узнала, что там при скидке было написано на всю краску, и мелко-мелко там на рекламке было написано, по-моему, Шварцкоп. Я уже не стала оставлять свою, так как трофей был у меня, и взяла за полную цену. Она идет без аммиака. Взяла 415 оттенок морозный каштан. Вот, кстати, такого оттенка у меня еще не было. У меня был чистый каштан и какой-то трюфель. Вот. А тут решила морозный каштан. Мне кажется, будет чуть-чуть посветлее, более такой натуральный цвет. Ну, попробую, интересно. Подсадила меня на эту краску Юлюня и Викуля Попридухина. Привет вам, девчонки, спасибо огромное. Полюбила я именно эту лореалевскую краску. Она мне волосы не портит и хорошо закрашивает седину. Одной краски мне хватает на всю мою голову, на все волосы, на всю длину. Благодаря тому, что она наносится на влажные волосы. Дальше. В Магнит Косметик еще взяла вот такие тряпочки, их три штуки, похожи на фикс-прайсовский вариант. Тут тряпочки 24×24, идет 100% хлопок. Очень позитивные три цвета, не смогла пройти мимо. Вот у меня тут чек. И если набор стоил 69 рублей, скидка на него сегодня была на весь текстиль 30%, и получилось 48 рублей. Вот, так что сегодня на весь текстиль в Магнит Косметик скидка была 30%. Еще одна выгодная покупка там была, это я взяла от Skin Light маски. Три маски шли по цене двух, они по 66 рублей. И опять же минус еще эти вот 15%. Я не буду тут сложную арифметику высчитывать, но получилось, как я посчитала, 37 рублей одна пачка. Давайте посмотрим, какие я взяла. Очень понравился дизайн вот у такой маски. Освежающая маска для лица с арбутином и тропическими фруктами. Почему-то мне кажется, она будет вкусно пахнуть. Таких я взяла, по-моему, две штучки, потому что очень красиво. Увлажняющая маска с травами. Очень красивая лаванда тут, мне кажется, будет тоже как успокаивать так. Маска с восточными травами, восстанавливающая цвет лица. Такую взяла. Маска для лица, подтягивающая с коллагеном и экстрактом зеленого чая. Тут уже успокаивающая с коллагеном и экстрактом огурца. Вот такие вот были масочки. По 37 рублей, мне кажется, это очень хорошая цена. Она меня прям впечатлила. Следующая покупка была... Это бальзам для губ «Жемчужное сияние» от Нивея. Обещает дарить жемчужное сияние и мягкий шелк. Вы знаете, вот меня привлекла, она давно меня привлекала, вот эта упаковка. Я когда на нее смотрела, у меня аж прям слюни текли, я ее съесть хотела. Настолько позитивно и красиво оформлено. Вот так выглядит сам бальзам. Я его взяла маме, она его просила. Открытым можно 12 месяцев держать. И сам бальзам выглядит вот так. Цвет
Ну, кстати, вот такой большой стик. Перламутровый такой. Он немножко выбеливает губы. Небольшое сияние дает. Но у меня губы белые, поэтому она и выбеливает. У мамы достаточно красные, у нее просто небольшое свечение, сияние. Вот. Вот такой бальзам. Симпатичный. Видно? Видно. Дальше. В Магнит Косметик я решила взять две помады. Они шли две по цене одной от Stellary. Так, где тут? Вот. 250 рублей две штуки. 30 и 32 номер. Давайте посмотрим по очереди. Меня очень удивило то, что одна линейка, но каждый оттенок разный. Есть там у них и матовые, и с блестками, и перламутровые. То есть вроде линейка одна. Называется, давайте я покажу вот так. Сияющая губная помада «Воздушный поцелуй». Так, а тут чего? А тут будет устойчивая. Видите, губная помада «Подиум». Хотя внешне они очень-очень похожи, но... В общем, вот сюда надо смотреть. Но мы сейчас сияющую смотрим, «Воздушный поцелуй». Вот так выглядит футляр. Очень симпатичный, такой матовый, приятненький. И вот такая помада. Очень много в ней блесток. Она не перламутровая, она с блестками. Красивый цвет. Вот так на губах. Когда ее смываешь, пусть даже мицеллярной водой или любым другим средством, блесточки могут оставаться, могут попадать в нежелательные места, то есть на лице могут оставаться. И когда помаду наносишь очень плотно, то, разговаривая в течение часа, она может скатываться в полосочку, именно сами блесточки собираться. То есть нужно за этим следить. И, ну, знаете, как мы, девочки, губа об... Ну, в общем, губа об губу. Как правильно сказать? Ну, вы поняли, как надо сделать, чтобы это все дело снова размазать. Но надо следить, чтобы было красиво и аккуратно. А цвет приятный. Хочу поругать освещение в магазинах. Оно настолько яркое, что дома все смотрится по-другому. Вот. Я в прошлый раз говорила, что хотела купить от Maybelline, по-моему, да? Watershine. Так серия вроде называется. Но я покажу в конце ролика. 210 номер. Я его сегодня видела, топталась, но не взяла. Может быть, в следующий раз решусь. Но показалось, что вот освещение меня опять обманет. Устойчивая уже губная помада «Подиум». Давайте ее посмотрим. 32 номер. И выглядит она уже вот так. Тут написано на стике «Stellary». Если я правильно ударение произношу, то «Stellary». И давайте цвет. Вот такой цвет. Есть у нее глянцевый такой блеск. Никакого перламутра, никакого шиммера, ничего такого нет. То есть, если первое, ну, вам видно, блестящее, то это уже вот такая. Я ее носила. Она действительно устойчивая. Я с ней даже кушала. Со временем она побледнела, но побледнела по всем губам. Не так, что вот съелась только серединка и там эти краешки остались так некрасиво светиться. Нет, она как-то вот побледнела по всем губам. Носила я ее 6 часов и смыла сама лично. То есть достаточно она была устойчивая. Но не такая яркая, как при свежем нанесении. И если не кушать, то она держится долго. Мне это понравилось. Вот. Вот такие две разные помады были. Наверное, я в конце ролика обращу внимание вот на эти две. Это я просто уже болталочку небольшую сделаю. Просто я их покупала раньше, так как я говорила, что будут ролики болтательного характера, то все болталки наконец. Еще две покупки было. В первом ролике я показывала уже их.
Это от компании Репейник или от серии Репейник. Компания Флоресан, серия Репейник, шампунь новинка против выпадения волос. Мы уже один шампунь купили, он у мамы заканчивается. И чтобы она использовала хотя бы комплексом целый месяц, то подкупили еще один шампунь. Тот у нее уже так к концу ближе. Когда пройдет она курс, я, конечно, о всей линейке вам расскажу. Пока говорить рано. Сейчас она пользуется в течение 2 недель. Это мало. Если пока первые результаты, то выпадение волос у нас остановилось. Но вот чтобы рост начался, пока рано. И второе средство, которое у нее уже закончилось, полностью истрачено, это вот эта вот сыворотка. Профилактика от облысения несмываемая. Она уже используется в самом конце всего комплекса, после шампуня, маски. Там. Вот. Она подходит как для женщин, так и для мужчин. Тут уже конкретно она идет при проблеме с облысением. Выглядит сыворотка вот таким образом. Это уже вторая. То есть у нас одна пустая, и вот уже идет вторая. Она расходуется, конечно, быстро, много. То есть будем покупать еще. Вот. Но пустые баночки я буду не в пустых баночках рассказывать, а как-нибудь сниму уже конкретный ролик именно вот по этим сериям. Потому что бывают те, кого это волнует. Может, и мужчины, и женщины, которые не просто так, что осень и попадали волосы. У нас тут проблема, с которой врачи уже помогают справиться. Максимка, это мой сын, себе попросил купить вот такой фонарь. Он у меня фанат фонарей, очень любит фонари, у нас их много. Но у нас проблема, в нашем районе постоянно отключают электричество и спасают нас. Ну, как раньше мы свечи все жгли, но свечи света мало дают. Именно фонари для нас большее спасение. Фонарь этот аккумуляторный с зарядкой от сети. Вот это нам понравилось. 15 светодиодов. И не надо его заряжать с помощью аккумуляторных батарей. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Вот такой фонарь. Вот она, подзарядка. И вот так вот он хорошо светит. Один режим, нету больше. Вот такой симпатичный. Почему-то нет, сэкономили. Нету хлястика. Но мы сами шнурок какой-нибудь сюда повесим, чтобы было. Симпатичный, удобно держать. Вот такой вот. Купили Максу фонарь. Вот. Давайте куда-нибудь вон туда его поставлю. Не упадет, надеюсь. Дальше. А что дальше? Ну, дальше хочу показать вот такую еще. Нам дали бумажку. 3 декабря будет День красоты. Может, кому-то это тоже интересно, кто посещает Магнит Косметик. Будет 25% вот на эти товары. Я думаю, нам, девочкам, это интересно. Вот. Если не знали, то тоже можете посетить. Ну и давайте покажу некоторые Максимкины подарки. Косметические покупки, на этом все. Если как бы больше не интересно, то я прощаюсь с теми, кто от меня уходит. А кто смотрит дальше, тогда продолжим. Не так давно Татьяна Хорошева нам присылала вот такой лучистый кристалл. Выращивать кристаллы за 2 дня. Если у вас есть детки, мне кажется, это замечательное. Штука и очень интересная. Как он у нас рос, я показывала на Максимкином канале. Так что, если интересно, на его канале можно посмотреть. Так, давайте я это вот сюда положу. И покажу сам уже результат на своем канале. Вот такой вырос у нас интересный кристалл. С такими вот лучиками. Ярко-красный. Многие веточки отламывались, падали, мы их сложили просто вниз. И получилось
Вот такая вот интересная штучка. Так что, Танюш, огромное тебе спасибо. Ребенок получил колоссальное удовольствие. Единственное, мы с Максом уже говорили на его канале, что пожалели. Настолько быстрый рост, когда начался, то можно было бы камеру поставить около кристалла, там, например, на полчаса или на час, и было бы видно, как они растут на быстрой съемке. Но вот тут я затормозила, к сожалению. Можно было бы, конечно, так сделать и вам показать. Но если я увижу в продаже такие кристаллы, то куплю, и мы все-таки покажем. Хочу его сравнить еще с одним кристаллом, который нам уже тоже присылали. Лилия нам когда-то присылала раньше, уже вот в такой упаковке. Тут была пластиковая круглая баночка, как вот из-под селедочки. Мы выращивали волшебный кристалл, вот этот сапфировый. Совсем по-другому росло. Если тот вырос у нас за 2 дня, даже за 2,5, то этот мы растили, наверное, недели 2, ну, может быть, дней 10. И он уже вырос у нас вот таким кристалликом. Вот этот мы кристалл растили на моем канале. То есть у меня был ролик, как его выращивать. Вот такие вот разные. Но это я показываю тем, у кого есть детки, кого это интересует. Потому что это действительно очень интересно. Так, и еще хочу показать одну деталь. Тоже подарок. Оля нам прислала из Тюмени вот такой металлический конструктор с вращающимися винтами. Вертолетик можно собрать было. Единственное, что интересно, раньше в нашем детстве тоже были такие конструкторы, но было деталей очень много, и отдельной книжечкой шло, как собрать, например, грузовик, там, машинку, мотоцикл, дрезину, самолет. А теперь это вот каждая конструкция, отдельная коробочка. Вот. Можно разные покупать, то есть вот такие вот. И давайте я вам покажу вертолетик, который у нас получился. Вот, Макс его сам собирал. Я не участвовала, папа не участвовал. Понравился. Тут действительно вращается винт, и этот, вот. Вот такая вот. Так что и Оля, и Танюшка, огромное вам спасибо. Ребенок получил огромное, колоссальное удовольствие от сбора. Так, и последнее, что я хотела показать, но это уже дальше тоже болталка. Я говорила от Watershine. Вроде бы правильно я произношу серию этих помад. Она тоже в Magnit Cosmetic есть. У нас большая линейка предоставлена. Тоже хочу показать. У меня одна в подарок приезжала, 173 номер, да? А 178 я покупала сама. Вот в прошлых покупках показывала. Хочу показать разницу. В помадах. Тоже вот это более матовая, более такая. Ну, я вам сейчас покажу. Это 173. Вот она. Ну, даже не матовая, может быть, и глянцевая, но в ней ни шиммера, ни перламутра нет. Она похожа вот на эту помаду. 32, кажется, номер от Skin Light. Только она не стойкая. А это устойчивые, и посмотрите, вот она остается блестеть. Обычно устойчивые, они как-то немножко матовые становятся, а тут нет. И вот это 178 номер, тут уже такая перламутровая, она так неудобно. Она уже перламутровая, не настолько ярко отдает цвет. Вот. Одна линейка, а вообще разные текстуры. Вот такие вот помады у меня. Для сравнения. Просто почему эти показываю? Они тоже в Magnit Cosmetic продаются. И можно сейчас посмотреть и даже выбрать себе. Линейка вообще богатая. Что у тех помад, что у этих. Ну вот, как называется? Stellary, да? Вот Stellary, она сейчас идет 2 по цене одной. 250 рублей. А вот эти Watershine 199 рублей одна.
Ну вот, в скидочные дни можно будет купить. Ну и не забывайте, что вот 3 декабря можно это все покупать. Еще 25% будет на все скидка. Надеюсь, со мной было не скучно. И ролик вот такой болтологический, более интересный. Как в прошлый раз мы с вами решили, что обо всем понемножку. И покупки, и подарки все в кучку как бы сваливать. И сидеть на кухне с чаем болтать. Спасибо всем, кто был со мной на моей кухонке. Спасибо, кто порадовался за мои покупки. Может, я была полезна. Всем до новых встреч. До следующего чаепития. И всем пока.